сегодня мы будем готовить перепелку на электровертеле, на нашем новом мангале. Сейчас нам надо ее замариновать. Что для этого надо? Для этого надо, прежде всего, посолить. Сними поближе. Почистили, помыли их, они чистенькие. Внутри главное желчные убирать, у них есть. Так, поперчить. Свежемолотый, он более такой будет. Сразу. Так, теперь и это гранатовый соус, его тоже надо добавлять, очень вкусно получается. Теперь все это слаживаем и перемешиваем. Еще нам надо лука добавить. Сейчас добавим. Стой. Да, добавляем лучка нашего. Одну луковицу достаточно. Самое основное, его надо выжать. Все перемешиваем опять. И в холодильничек. Туда. Ну что, сегодня будем готовить перепелок. Еще в дополнение к нашему вертелу идут вот такие вот более тоньше, более меньше диаметра. Штыри. Сейчас покажем.
сегодня будут перепелки на вертеле, да? Поехали, теперь ждем. Но вы не забывайте подписываться на канал, писать наши комментарии, ставить лайки. Делитесь с нами хорошими рецептами, да, и своими замечаниями, как сделать лучше. Мы все хорошее немедленно внедряем. Будем ждать. Прошло больше часа, уже наши перепелочки готовы, мы их снимаем. Поехали! Ну что у нас получилось? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Все полезные ссылочки нашего мангального комплекса в описании. Всем добра!